Не, ну ты видишь, блядь, что происходит? Ну посмотри назад, вот это пиздец. Бомж с мопедом борется, это как понимать? И такого сегодня будет очень много. Поэтому запасайся хавчиком, ставь лайк, подписывайся и всем приятного просмотра. О, добрый вечер, вы такая красивая. Кстати, как вас зовут? Вы Никита, да? Блять, как тебя? Ева Эльфи, да? Ева Эльфи, привет, слушай, я так давно про тебя не слышал, вообще думал, ты умерла. Вы ж меня только что Ева Эльфи назвали. Я не понял просто, как вы читаетесь, поэтому я думал, что Ева Эльфи. Как, в смысле, как я читаю? Ну, о душе. Короче, смотри, какая идея. Надо мусоров как-то обозвать, вон там, вон он. Он тебя не смущает, что он сейчас сюда побежит? Вот тебе говоря, вас не слышно. Чего тут чехнетерские на палатке? Он гей! Сам ты гей! Докажи! А ты докажи, что я гей! Гей меня тут называют. Я вообще нахренел, да? Слушайте, собирайте, если что, народ, когда на задний двор, вы сразу мужчину готовьте еще одного, чтобы Эдисон с ним стоял вместе, а вы там снимать будете все такое. Пруфы есть! Давай кидай пруфы. Твоя мама писала тут смс, что ты гей. Ооо! Все, тебе пизда, братан. Ты попал, брат. Брат, все, пиздец тебе. Погоди, смотри, бегут, смотри какие. Давай к ним подойти немножко поближе, так, чуть-чуть поближе, так, ну, чисто так. Еще давай чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, газпол, ебани, ну газпол, прям по прямой. 3 секунды, чтобы покинуть. Мусора гандоны. Так, ну ты уезжай. Да, ничего страшного, блядь, беги. Сука. Блядь. Бомжик, привет! Приветик, бомжик! Чё ты тут как? Чё, не охуел от жизни? Здоров, ебать, чё ты нахуй? Я тебе пиздишь, ты сынуля, блядь. Чё? Шо, блядь, ты нахуй? Сынуля, блядь. Ты шо, охуел? Чё, ещё охуел, блядь, твой бая, когда он попал в твою маму? Не, ну так-то по фактам, но как-то из этого-то получился я. Да, как-то из этого и получился ты, блядь. Ну ты так же получился. Ну я так же получился, значит, получились мы вдвоём. Мы, значит, братья? Родина РП Северный округ. Это тот сервер, на котором играю я и множество других крупных ютуберов. Крутые тачки, добрые админы, оптимизация под любой ПК и многое другое ждет тебя именно здесь. Чтобы начать играть, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и готово. При регистрации вводи мой ник Никита Деса и на 5 уровне ты получишь плюс 300 тысяч на свой баланс. А после получишь еще 600 тысяч, введя промокод хэштег Десай. Этого тебе вполне хватит на нормальную тачку, домик и одежду. Вся подробная информация находится в описании, а теперь продолжаем просмотр. Ой, ты чё, блять, ёбаный хуй, ты как ты так выезжаешь? Да ё-моё. Почему лысый? Ты гандон лысый ты. А, охуел. Ну ладно, все. Если ты охуел, ладно, вопросов нет. Пошел отсюда. Я вообще еду, ты что путаешь? Ну, Егор, ну ё-моё, ну зачем ты так рад? Давай я починю тебя, Егор, давай починю, у меня ремки есть. Пошел в жопу, что тебе надо, сам подрезаю. В смысле я подрезаю? Ты сам же выехал на меня. Я подрезал. Это че, короче, что, я туда. Пошел нахуй, я с ним говорю, подожди. Сам пошел нахуй, дебил ты конченый, ты мою машинку дрезал, понял? Только не со своей мамашей, понял? Ооо, вот это ты зря, братан, вот это тебе все пиздец. Мусора гандоны, знали такой факт? Ты тоже. Нет. Мусора гандоны, а полицейские хорошие ребята. Извините, не слышу, тут в дискорде вот. Так вы гандоны. Так ты тоже. Нет, я долбоеб, а вы гандоны. А, ну ладно. Никитос, а! Что? Никитос, что? Дай денег, плиз. Ах ты гандон. Я-то думал, ты что-то хочешь сказать мне такое, что я такой хороший, я такой добрый. А ты, блядь, тут так вот. Сыну привет. Никитос, дай бабок, Никитос. Да вы охуели, а? Вы как-нибудь там говорите, типа, я такой хороший человек, ради бога, ради всей семьи, дай денег. Бля, уже трейд кидаешь, нихуя ты охуел. Я хотел сказать, что у тебя мама топ. Бля, я понимаю, вот какие-то комплименты делать, но это уже, слушай, пиздец. Никита, у тебя мама очень клевая. В глаза хоть не видел, но она очень красивая женщина, я так думаю. Она очень тебя красивая, очень тебя любит. Я никогда матерей не оскую, это очень плохо. Ну ладно, я, короче, Артем, твои деньги передаю ему. Дай мне! Тимур, смотри, ты как раз, так как ты девушка, у меня есть для тебя предложение. Отсосешь мне где-нибудь, дам 25 тысяч. А если я еще кончу, дам еще 25. Го! Блядь! Так вот, а что вы тут делаете? Это что, шашлыки жарите вы или как? Да, отдых. А у вас кокаина нет случаем? Случаем нет, а у вас? А у меня был бы, но я...
выкурил весь. О, все, пикнику пизда. Но у меня есть пиво, если че, так что мне похуй. Ебать, пожарный прилетел на помощь. Здравствуйте, тут, короче, пикник мы хотели сделать. Там все к хуям загорелось, машины наши тоже сгорели, пизданулись. Ебануться. Кебаб, все, пиздец. Никита, шо, шо надо? Я хочу тебя, Никита. Ну, раз хочешь, тогда пойдем. Хочешь и молчишь, да? Хочешь и молчишь, ладно, пойдем. Ну что, Тёма, готов рот разминать? Я даже за тебя полдела сделаю сейчас. Все, я разделся, давай, голый, давай. Оп-оп-оп, поехал. Ускоряется? Так ты, блядь, переседания делаешь, это физкультура, мне нужно, чтобы ты отсосал. Достал огурец? Достал, ну, Слышь, сука, отрезал огурец. Блять, ты чё делаешь? Это же мои резервы были на Новый год. Нахера ты огурцы вскрыл и съел? А я, тиран, ты охуел? Тиран, ты чё к моей машине подходишь, ты охуел? Громче говори. Ты, блять, громче меня сделай. Ты какого хуя к моей машине подходишь, а? Хотел посмотреть, кто. Плати за осмотр. Ты чё, блять, тупой, что ли? В смысле? Ты к моей машине подошел, плати за просмотр машины. Ты, блять, ко мне подошел, давай плати, блять. За что? Ну, блять, у меня к тебе такой же вопрос, блять. Чё вы, борзы? Да он машину на мою посмотрел, тупой, охуел. Я на его машину да в смысле я твой? И чё? Не, погоди, это, блядь, посмотрел, чё ну, посмотрел, вот, пускай деньги платят за то, что посмотрел на машину. Лол, ну ебать ты, мамкин бизнесмен. Ты со мной заговорил, блядь, 10 тысяч платят. Да ты-то нахуй, ты же никто, не этот, не, ну никто. А ты кто? А я бомж, местный тут. Как вы думаете, зачем я записываю эту вставку? Наверное, кого-нибудь пропиарить или сказать вам, чтобы вы поставили лайк и подписались, хотя это тоже. Но я просто хочу вам пояснить одну ситуацию, которая дальше произойдет, и если вам это не расскажу, вы просто нихера не поймете. Игрок под ником Иран подумал, что якобы я его обманываю и вызвал админа. И как вы думаете? Думаете, что произошло? Я вообще забаню. А за что? Вам ничего не должен платить, люди. Я прошу денег просто. Никого не... 10 секунд пути. На каком основании я должен уходить с этого вокзала? Потому что вы обманываете игроков. Либо же а доказательства есть? Да, блядь, Иран, да завались, мы разговариваем. Видишь, ебаный рот, а. Так вот, у меня тоже фрапс есть. И там ничего такого в плане обмана нету. Давайте я вспыхну в админзону, поговорите с четверками, что вам скажут. Я хочу предупредить, что никто вам ничего не должен платить. Леонид. Так я прошу деньги, это просьба денег. Какого? Короче, говорит то, что ему должны, короче, на вокзале, он там пытается обмануть кого-то и говорит, вы мне должны платить деньги за то, что вы на меня смотрите на мою машину и так далее. Пускай говорит, просто, типа, не давайте ему деньги. Не забывайте подписываться, чтобы смотреть классный контент. Кстати, контент реально вот классный. Ну и что еще надо? Вот ты забыл сказать, нужно еще поставить лайк, написать крутой комментарий, как ты провел, это как его, блять, начало нового года, вот. И посмотреть вот эти ролики, которые сейчас были здесь на экране. И всем... เธอมารักกันตรงนี้